И с тобой чуваки, с вами снова я, Кубрик, и мы опять-таки играем в такие игры на Денди на Сеге. With my winning smile, I'm a living lesson in flair and style. You just can't help but stare at my supper fare. I'm Nouveau, Deco, Roman, Greco, Rococo, Baroco, Bebop, Hip-Hop, Flip-Flop. Somebody stop me! Don't come a dime a dozen. I stand out in the crowd. They when they make me, yeah, they broke the mold. Wholesome and kind, estate and refined. Totally out of my mind. Arch villains and dead duels had better learn to decorate prison cells. Gringos with anything if they ask, see? But there's one last thing I gotta sing about. Open up wide and really shout. Oh, look out! This is the Осталось 81 игра. Сегодня у нас Чип и Дейл 2. Первую часть я не прошел. Ну, донатьте. Кто задонатит, скажет такой, пройди, пожалуйста, первую Чип и Дейла. Все. Ну, значит, у нас Disney, продукция фирмы Capcom, игру привел шедевр. Я что, на любую кнопку так нажму? Да. Все, я никуда не нажимаю, все. Да, фонарик. Какой-то кирпич на стене. Да. О, тень, я помню. Да. Как бы... Я сейчас за кадром сделал сохранение на двоих игроков. Выбираем тоже двух игроков и сейчас... Надо прочитать просто вот этот сценарий. Ой, блин. Этот... Вам немножко не хватает всего, нескольких миллиметров не хватает, чтобы адекватно точнее 2 сантиметров. Ну ладно. Пущенного сена. Экстренное сообщение. По утверждениям полиции, в ресторане в центре города ложна бомба. Пока часовая бомба не найдена, ресторан может взорваться в любую минуту. Бляха! Чуваки, я только сейчас понял, что я идиот! Чисто часовая бомба. Чип, что случилось? В центральном ресторане заложена бомба. Нам надо найти ее. Главное угрожает опасность. Нам некогда рассиживаться. Вперед, друзья! Мы идем искать бомбу. Мы пойдем впереди и все исследуем. Когда вы с Дейлом найдете нас, мы расскажем все, что смогли узнать. И постараемся помочь. Никогда не победил бы в великой битве за сыр без помощи друзей. Эх, славно были деньки. Джейк прав. Нет времени на раздумья. Дейл, ты пойдешь со мной, живым или мертвым. Прямо сейчас? Я как раз собирался вздремнуть часок. Забудь об этом, Дейл. Ладно, партнер. Пошли! Спасатели вперед! Да, мультик. Также в новостях. Отъявленный мошенник Кот Толстопуз сбежал из тюрьмы этой ночью. Но об этом они не узнали. Да, управляю я персонажами одинаково. Но я загружу это сохранение, потому что тут у нас, внимание, когда нажал, по 250 с чем-то жизик. Как бы смотрите, вот я падаю. Ты так нечестно. В смысле? А какого хрена? А какого хрена-то? Девятое. А куда? На первое? О.
Короче, я буду брать своего напарника и херачить его. Тихо. Вот смотрите. Как бы жизнь у нас общая. Хопа. Хопа, хопа, хопа. Пофиг, голос тупо напролом, херачим. И все. Управляем одновременно двумя. Пофиг, второй на шарике прилетает, и все. Жизнек не так уж и мало. Ладно, бежим, бежим, бежим. Вот спросите, зачем мне второй напарник? Ну, как вам сказать? Для чего-то же они нужны. Вы узнаете, для чего. Короче, надо, чтобы один другого поднял и... Вот так вот. Почти ладно. Так. И да, чуваки, я как бы хотел бы этот видос сделать так, полчаса с вебкой сначала, а потом? Потом, как бы, без вебки. Ну нет. Конкретно игры на Денди, там, на Сеге и прочее, 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 лучше записывать с вебкой. Гдашку полностью без вебки. Если, конечно, не задонатите. А так... Собственно, у нас следующая катсцена. Отлично! Теперь рассказывай, кто заложил бомбу, мать твою. Ладно, кролик. Это я! Просто приказал мне устроить диверсию, и я выполнил его задание. Быть такого не может. Да запуск в тюрьме. Уже нет. Он вырвался на свободу этой ночью. Он собирается похитить урну фараона. И, скорее всего, он уже сделал это. Мы опоздали. Так, и где же бомба? Ищите сами. Эх, ты сейчас нас получишь, уж злодей. Вообще, по сути, можно своим напарником же победить. Вот разогнаться и вот так вот. А, нет. Ладно. Подбираем. Оп. Мы передаем друг другу. Блин, почти. На. О, сам себя ударил, молодец. Спрыгни. Ладно. Вот, кстати, вот эта вот вода мне напоминает, как в «Охотнике за привидениями», до которых мы еще доберемся. Блять, нельзя, чтобы одновременно двое персонажей умерли. Да, ЧПДЛ делает то, что в реальности лучше не повторять. Вот зона чиста, по 200, так, у Чипа 238 жизней, у Чипа ударило 243. Эти эрки нет смысла собирать, но насчет жизни. Так, идем дальше, по сюжету. Можно самим его пропустить, но мы же любим сюжеты читать. Гарика, ты нашла бомбу? Да, вот она. Смотрите, на ней есть два провода, синий и красный. Эш, красный, эш, красный. Нам надо перерезать один из проводов, чтобы взять бомбу. Но что произойдет, если мы перережем не тот провод? Мы взлетим на воздух. Какой кошмар. Какой провод перерезать? Синий или красный? Быстро! А что тут, то есть мы можем просто пропустить эту катсцену? Но! Зачем они ее оставили? Это просто бессмысленно, уже сразу. Попробуем синий. Ты уверен?
Нет, блядь, я не уверен. Да какой повод брезать? Давай. Да-да-да-да-да. Синий. Ты уверен? Нет. Ладно, синий, да, я уверен. Ладно, сейчас попробуем. Я испугался. Бум! Просто хлопушка. Мы перерезали нужный провод. Так можно и с ума сойти. Эй, что с Дэйлом? Опс. Похоже, он перепугался и обосрался. Поспешим! Толстопуз украл урну фараона. Сейчас он на корабле и готовится к отплытию. И зачем же Толстопузу понадобилась урна фараона? Да кто ее знает? Нам просто нужно вернуть ее обратно. А вот что будет, если перерезать красный. Ладно, сейчас попробуем. Фух, я поняла, что нужно было резать другой провод. Похоже, это была не настоящая бомба. Поспешим. Толстопуз украл урну фараона. Сейчас он на корабле и готовится, да, к отплытию. И зачем Толстопуз понадобился урну фараона? Да. Да кто его знает? Да. На этот раз Дэйл хоть и не обосрался, но... сам он ни слова не сказал. Вот на этом уровне есть бонус уровень. Вот для чего я взял напарника. Как бы мне схитриться и попасть на него. Это бонус уровень. Так, аккуратно. Любое падение чревато... Причем падение одновременно двух персонажей, это... Да... Вот! Вот это место. Потому что так просто тут не пройти, видите? Так что надо, чтобы один из нас... Так, Чип, прыгай! Да Чип! Ты идиот! Почему бы одному из вас не... Так, я понял. Нет, я нихера не понял. Ты иди. Дэйл. Ты стой на месте, все, короче. Ляха. Они друг на друге стоят, это вообще нормально. Почему, ляха? Что делать, блин, а? Баскетбол самый прикольный бонус тут. Я не могу никого скинуть друг с друга. Понимаете? Короче, вот так вот. Так вот. Вот так вот. Все, я понял. О, все. Надо было просто пройти. Короче, надо разогнаться. И эх, нет, не получил. Ляха. Короче, надо сохраниться на этом моменте. Нет, да. Ладно. На этом моменте надо сохраниться. Все. Да. Дэйл, ты уебался, ну да ладно. Так, короче, надо, чтобы один встал на эту кнопку, а другой на эту. А как это сделать? А вот как. Все очень просто! И вот баскетбол с Чипом и Дэйлом. Давай! По очереди пытаемся закинуть мяч в корзину. Опа! Так, пока что 1-0 в пользу Дэйла. Напряженный момент. 2-0! В пользу Дэйла. Так, аккуратненько.
О, уже 3-0. Рогакова! И не получилось. Я в топ тебя. На! Короче, Дейл выиграл и все. Дейл и выбирать, собственно, что брать. На самом деле, мог бы... Блин, я не запомнил, где эрки. Короче, сохранюсь и возьму эрки. В смысле? А, вот, тебе можно. Есть эти эрк, а есть побольше? Ну, что здесь? Здесь одна жизнь, а нам жизнь не то чтобы нужна. 30 эрк, вот это лучше. Контишка нам тоже не нужна, нам... Ну, вот и все. Теперь можно идти дальше. Тупо можно бежать вперед и все, не, не очковать. Понял. Все, пришли. Можно взять опять-таки напарника и им швыряться в врага. Вот так вот, видали? Я, по-моему, ранил. Нет, сейчас не ранил. Так, я понял, короче, надо стоять на месте. Блин. Стоять на месте и разгоняться в нужный момент. И перепрыгивать эти желательно. Все. Победили. У Чипа 226, жизни у Дейла 230. Ну, тут не так много мест, где можно... Ну, конечно, если постараться и собирать... Ладно, не важно. Ну, тут... сюжетной линии нету, так что просто идем. Ауди. Убираем напарника. Можно вообще никого тут не убивать. Кроме боссов тут никого не надо убивать. Ну, то есть можно никого не убивать. Вот интересно, а ежа можно так убить? Нет, он слишком низок. Да, тут так прикольно. А эту хрень... А, эту хрень нельзя брать. Ну ладно. Нам пополнение... Вот эта вот кнопка, это лишнее пополнение жизни. Дейл! Нахера? Нам не нужно это пополнение жизни. Кабы. Сорян.
Упс. Ага. Окей, заново, бич. А как? А как тут надо разбегаться, чтобы попасть во врага? Короче... Вот этот такой ограниченный уровень в пространстве. Да, а тут еще свои ката не подкинешь. Короче, на одной линии с врагом надо стоять. Надо выше врага стоять, это раз. Хочу пофиг, будем кидать в него тупо ящики. Ой-ой. Ай-яй-яй. Вот на таких уровнях, где экран скроллится, ну, это, наверное, да, это единственный уровень такой попался нам. Видите, я вообще не заморачиваюсь насчет этих херок. Как бы, зачем нам лишний удар, если все так? Ну так ли красоты, если чисто? Ну хотя бы одна жизнь. Кстати, не просчитал, сколько там этих. Здесь нет урда фараона. Это же нам теперь делать. Что же нам теперь делать? Рокки, что говорит Вжик? Он говорит, что Толстопуз и его подручные отправились на склад возле пристани. Правда? Ты уверен же? Хорошо, давайте, за мной. Толстопуз следит за нами. Ого, здесь очень темно. Я совсем ничего не вижу. Дверь закрылась. А. Как бы можно это тоже пропустить, на самом деле, но мы не будем этого делать. Добро пожаловать, мои маленькие спасатели. Я долго ждал этого момента. Толстопуз? Единственный и неповторимый. Толстопуз, ты украл урну фараона! Ты прав, мой друг. И он полон древних злых духов. А когда я выпущу их, я стану властелином Калиамира. У тебя еще не выйдет, Толстопуз! И что вы сделаете, чтобы остановить меня? Вы находитесь в огромном холодильнике. Вы превратитесь в ледышку через 3 минуты. Да. О нет! Что же нам теперь делать? Нам надо искать выход. Он должен быть там. Возможно, мы сможем бежать через него. Поспешим! Вот. Вы будете заморожены через 3 минуты. Окей. А, блин. Ну, по 200 жизней нормально. На всю игру её хватит.
Отлично, сейчас. Мы что, даже на ящиках скользим? Мы сейчас проверим на ящиках. На ящиках не скользим. На всяких трубах. Вот на этих деревьях. Вот на этих деревянных ящиках скользим. На банке понятно, что скользим на банках. Да. В принципе, блять, я не хочу падать ни за кого. Тут ну придется, наверное, да? Берите кто-нибудь, кого-нибудь в руки. Ладно, Чипс хотя бы, Дейл точнее, спасся. Ладно, Дейл опять спасся. Опять Чипс спасся. Всё. Да. Чипу 203 жизни, у Дейла 193. Пофиг на все эти. А, ну все. Какой ужас! Призраки повсюду! Должно быть, Толстопуз открыл урну! Смотрите, они направляются к нам со склада. Я обосрался. Хочешь сказать, что склад захвачен призраками? Держи себе в руках, Дейл. Ты ведь спасатель. Да, они призраки. Ладно, давайте. Опять, ну что у меня со столом-то происходит? Ну, вот, сказать по правде, вот, есть еще сеговская версия, и там тоже эти свечки все присутствуют и прочая хрень. Сорян, Дейл. Заебись! На эти светильники можно вставать. Да. Нет! Тут тоже есть бонус игра, но в нее я заходить не хочу. Как бы можно тоже насрать, вот так вот. Отключается свет, к нам летит непонятная херня. Вот здесь точно понадобится напарник, чтобы убить противника максимально быстро. И получилось. Да блин! Чипу 195 жизней, у Дейла 187. Неплохо. Так. Катсцена, которую нельзя пропустить никак. Мы сделали это. Все призраки должны скоро исчезнуть. Какие настырные грызуны! Ого, это Толстопуз. Эй, не прячься, иди сюда, ты ведь кот или мышь? Не так быстро, сосатели. Если осмелитесь,
увидеть меня, приходите в парк развлечений, я буду ждать. Ох уж этот сапус, мы должны остановить его. Осторожно, Дейл, ты похож на ловушку. Вы обречены, спасатели. Весь парк развлечений контролируется мной. Вам не добраться до меня. Что? Правда? Не будь таким самоуверенным котом. Вам нужно 3 ключа, чтобы попасть в мой штаб. И все эти ключи спрятаны в разных частях парка. Желаю весело провести время. Нам надо найти ключи. Хорошо, Дейл. Да, пойдем сначала. Часовню на Дикий Запад. Мир будущего. Куда нам идти, мы узнаем в следующий раз. А сейчас пока что пока. Все.